Okay, you ready? Включил. А, все. Не довключил. Все. Okay. Chapter 18. 18 глава дальше. Avram sitting in his tent. It's a hot day. Авраам сидит в своем шатре, жаркий день. Three men are walking toward him. Три мужчины приходят к нему. Mysterious three men. Очень загадочных три мужчины. But he goes out and he says, "My Lord, if I have found favor in your sight, don't pass by." В третьем стихе написано, что Авраам бежит к ним и говорит: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Я хочу проявить гостеприимство. Now you have to understand, in the Middle East, hospitality is a very important value. На Ближнем Востоке гостеприимство — это очень сильная и ценная вещь. You're obligated to offer hospitality, especially in the desert. Люди, которые там живут, они просто обязаны проявлять гостеприимство, особенно в пустыне. Interestingly, when someone comes under your roof, интересно, что тот человек, который приходит в чей-то дом или под крышу, под кров, they also come under your protection. Они также являются становится автоматически под защитой хозяина. So they say, okay, we'll eat. И эти трое мужчин говорят: хорошо, мы придем. So the story is Abraham runs off. История нам говорит, что Авраам побежал в свой шатер. And the picture here is that he runs and he tells Sarah, Sarah, quick, hurry, make something. И как можно видеть, что он мчится просто и говорит: так, Сара, быстро, готовь еду. Find a really nice young calf and prepare it. Milk with butter. Найди там ягненка, потом молоко, масло неси. Now, муку. I had a discussion with a rabbi the other day. У нас был разговор с раввином. About this, milk and meat together. Ой. об этой теме, что молоко и мясо вместе, ой-ой-ой. But that's what Abraham did. Но это так Авраам поступил. So now, remember before, Abraham laughed when he got the promise of having a son when he was 100 years old. Sorry again, please. A chapter ago, Abraham laughed. В предыдущей главе мы видим, как Авраам смеялся над словами Господа о том, что вот через год у него появится сын. Now God repeats the promise and Sarah laughs. Теперь Бог повторяет как бы свое обещание, и уже Сара смеется. Now, what was the son's name that Abraham had with Sarah? И как же было имя уже сына Авраама? Ицхак. Ицхак. Which means what? А что это значит? Как? He will laugh. Means. Yes, it's more like he laughs. Okay. Больше, как бы, более точно это то, что он смеется. So it's like Avram. Avram laughs, but here's the son. Но это как образ того, что вот Авраам смеялся, и вот сын, который смеется. So every time Abraham calls his son Yitzchak. И каждый раз, когда Авраам зовет сына, там, Ицхак. He reminds himself, this is the promise of God that I laughed at. И он себе как бы напоминает таким образом, что вот это Божье обещание, над которым я смеялся. Anyway, now God says, I'm going to go down to Sodom. If it is as bad as I have heard, I'm going to destroy the city. И Бог открывает Аврааму, что он собирается идти в Содом, и если посмотреть, если действительно там так сильно, такое сильное развращение, то он уничтожит город. Now, who lives down in Sodom? А кто живет в Содоме? Лот. So, итак. Abraham, doesn't want his family to be destroyed. Авраам не хочет, чтобы его семья была уничтожена. And he probably cares something for the people of Sodom.
И, ну, видимо, он тоже, ему неравнодушны были люди содомские. So he starts praying to God. И он начинает молиться Богу. Now, here's again one of the most important verses in the whole Bible. И вот дальше тоже один из очень важных стихов Библии. Verse 25. 25. Well, okay, verse 23. Сначала 23. Авраам говорит Богу, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Suppose there are 50 righteous. Например, там 50 праведников Then есть. Verse 25, the end of the verse, says, shall not the judge of all the earth do right? В конце 25 стиха говорится, что судья всей земли поступит ли неправосудно. Now, that can be taken two ways. Можно это воспринимать два способа. In one way, it's kind of a challenge to God. С одной стороны, это может показаться как вызов Богу. Like, hey, if you're the judge of all the earth, you need to know the difference between the righteous and the wicked. То есть можно перефразировать так, что Авраам говорит, слушай, если ты судья всей земли, то должен вообще понимать разницу между праведником и грешником. And you can't do this. И ты не можешь поступить так с Содомом. But in another way, he does have faith that God is the judge of all the earth and will do right. А с другой стороны, можно рассмотреть так, что просто у Авраама есть вера, что Бог действительно судья всей земли и что он поступит праведно. And I'll tell you, sometimes things happen in life that make us question God. И иногда у нас случаются такие обстоятельства в жизни, когда мы спрашиваем Бога. And the only thing we have to fall back on is our faith that God is the judge of all the earth and he does right. И все, на что мы можем надеяться, это наша вера в то, что Бог действительно праведный судья, и Он знает, что Он делает, и сделает все правильно. So you probably are familiar with the rest of the story. И я думаю, что вы знаете окончание этой истории. Says, what if there are just 45? What if there are just 40? What if there are 30? Авраам торгуется, там, если 45, если 30. Там 40, 35, 30. What if there are 20 righteous? What if there are 10? Если приходит к 10 праведным. God says if there are 10, I won't destroy the city. Бог говорит, что даже если 10, я не разрушу город. And then Abraham stops praying and God leaves. И потом Авраам перестает молиться, и Бог продолжает свою дорогу. So two angels come to Sodom in the evening. Двое ангелов входят в Содом вечером. Now, let's go back and look at a couple of verses here. Ну, давайте вернемся к нескольким стихам тут. Verse 16, the men rose up from there and looked towards Sodom, and Abraham went with them to send them on their way. В 16 стихе говорится, встали те мужи и оттуда отправились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. Then verse 22. А во 22-м? Verse 17, and the Lord said. Нет, 17 сначала. И сказал Господь. Then verse 22, and the men turned away and went toward Sodom, but Abraham still stood before the Lord. В 17 стихе говори, ну, вот вы читаете, что написано. В 22 говорится, что обратились мужи оттуда и пошли в Содом, а Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Verse 33, so the Lord went his way as soon as he had finished speaking with Abraham. А в 33 стихе говорится, и пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. 19 глава, 1 стих. Now, the two angels came to Sodom in the evening. Тут мы видим двух ангелов, которые пришли в Содом вечером. So who were these three people that came to Abraham? Итак, кто были эти трое, которые пришли к Аврааму? Were they just three men? Это было просто три человека. And they're leaving, but the Lord is speaking to Abraham separately from those three men? И когда они уходят, Господь общается с Авраамом отдельно от этих людей, или как? And then when it tells us about two angels going to Sodom, а потом мы читаем о двух ангелах, которые пошли в Содом. It has nothing more to say about the men? Больше ничего не говорится о мужчинах. Or were they all angelic beings? Или, может, они все ангелы? One of whom was the angel of the Lord. Один из них был ангел Божий. That spoke
as if he was God speaking to Abraham. И говорил с Авраамом так, как будто бы Бог говорил с Авраамом. I don't know if you can prove anything absolutely from the text. Не уверен, что мы можем абсолютно доказать то, что здесь описано в этом тексте. But I believe that it's very reasonable to believe that it was God and a couple of angels that ate with Abraham. Но я думаю, что есть смысл как бы верить в то, что это были ангелы и Бог, которые ели с Авраамом. So anyway, they go on and they come to Sodom. Was it Ishua among them? Well, that's another theological issue. Это другой как бы теологический такой вопрос. There are a lot of people that believe that the angelic appearances of God. Многие верят в то, что это было как бы ангелы, но которые отображали собой Троицу, то есть, ну, Божьей личности. Yeshua. И ну, они представляли, один из них представлял Ишуа. So, that is what, that's what I would believe. That this would have been just repeat if you Yeshua can. Visible. God made manifest or visible, I think, is Yeshua before the incarnation. Before John 1:1. Возможно, что Бог явил Иешуа и до как бы непосредственного как бы рождения его. So that's what I would believe. Ну, я так думаю тоже. But can you prove it absolutely? Но можем ли мы это доказать? You can make good evidence, you know? Можно как бы логически обосновать это, но доказать. Scriptures point to it. Ну, то, что Писание, в принципе, как бы косвенно на это указывает, но доказать мы не можем, что именно так было. Итак, они приходят в Содом, и никто их не приглашает в дом. Интересно, в раввинистических комментариях к этому they say Sodom was destroyed because of its lack of hospitality. Говорится о том, что Содом был разрушен из-за того, что у них не было гостеприимства. Interesting. Интересно. So finally Lot comes out, sees the men there. И наконец-то выходит Лот и видит этих мужей. Invites them in. Приглашает их к себе. So the wicked men of the city surround the house. И грешные люди этого города окружают дом. Say send those men out. We want to have sex with them. Говорят, что ну, выпускайте их на улицу, сейчас будем их познавать. Now, understand, they're in, under Lot's roof, so he's supposed to protect them. Но так как они под кровом дома Лота, то он должен их защищать. But he says, no, take my daughters. Но он говорит, ну, лучше моих дочерей возьмите. Fortunately, they said no. Ну, слава Богу, что они сказали нет. And then the angels blinded everyone, so. И ангелы ослепили всех вокруг. Then in the morning, the angels told Lot, "Grab your family and get out of here, because God's going to destroy the city." И к утру ангелы сказали, что собирай свою семью и выйдите из этого города, потому что Бог его разрушит. So Lot didn't want to go. Но Лот не хотел уходить. So the angels grabbed him, dragged him. И поэтому ангелы как бы схватили и потащили его. And sometimes we're like that. И иногда мы так вот себя ведем тоже. God wants us to do something. Господь хочет, чтобы мы что-то сделали. We're very comfortable where we are. А нам очень комфортно в том месте, где мы находимся. So God may have to like и поэтому Богу приходится нас тащить. Get our attention in a stronger way. Привлечь наше внимание более таким ярким способом. Okay, so the city's destroyed. Итак, город разрушен. Then Lot is hiding out in a cave with his daughters. Лот прячется в пещере со своими дочерьми. They say, there are no men around here. И они говорят, что вокруг нет ни одного мужчины. We want to have children, so we'll get our father drunk
we'll have sex with him, and then we'll have kids. А нам хочется иметь детей, и поэтому давай напоим нашего отца и переспим с ним, чтобы у нас были дети. So that's what they do. И вот что они сделали. Then what are their names? И какие же имена у этих детей? Moab and Ben-Ami. Moab и Ben-Ami. Now these which chapter is? End of chapter 20. End of chapter 19, sorry. 19. Да, спасибо вам большое, друзья. Now, these become the enemies of Israel later. И затем потомки этих детей стали врагами Израиля. Now, in the Middle East, this is a way of like making fun of your enemies. Есть такой способ на Ближнем Востоке, как бы издеваться над своими врагами. You understand? It's like saying, you are the descendants of, you're all bastards, illegitimate children. Это как бы такое оскорбление на Ближнем Востоке, говорит, что вы типа незаконно рожденные. Okay, I'm gonna skip chapter 20 and go down to chapter 21. Пропущу 20 главу, перейду сразу к 21. Наконец-то рожден Исхак. And then he's circumcised when he's 8 days old. И он обрезан, когда ему 8 дней. Then Sarah sees that Ishmael is laughing at Isaac. А Сара замечает, что Ишмаэль смеется над Ицхаком. So she has Abraham kick Ishmael and Hagar out of the house. И она говорит снова Аврааму, чтобы он выгнал Агарь из дому вместе с Ишмаэлем. But Ishmael's like, you know, 16-17 years old now. Ишмаэлю уже 16-17 лет, где-то так. So he's old enough to end up taking care of himself and his mother. И он уже достаточно зрел, чтобы позаботиться о себе и о своей матери. Then the last part of chapter 21, Abraham makes a covenant with King Abimelech. В конце 21 главы, в последней части, говорится о том, что Авраам заключает завет с Авимелехом, царем. And then it says that he lived, Abraham lived in the land of the Philistines many days. И говорится, что Авраам жил на земле филистимской много лет. Now, this is an interesting use of a word. Очень интересный как бы способ использовать слово. According to historians and archaeologists, согласно находкам историков и археологов, the people who were called the Philistines, люди, которые которых называли филистимлянами, did not come to the land until the 14th, 15th century BCE, before Messiah. Они не находились на этой земле до 14-15 столетия до Рождества Христова. They probably came from the island of Crete. Возможно, они пришли в эту землю с Крита. There are writings from that time that talk about an invasion of the sea peoples. Есть писания тех времен, которые говорят о вторжении людей, которые с моря пришли. And they settled in that land a little west and southwest of Jerusalem. И они обосновались на земле, которая чуть-чуть в западней и юго-западней Иерусалима. So if the Bible says that Abraham stayed in the land of the Philistines, если Библия нам говорит, что Авраам жил в земле филистимской много дней, it does not necessarily mean that there were Philistines in the land at that time. Это не значит, что в то время там именно жили филистимляне уже. By the time this was written down, но к тому времени, когда это было записано, it's much later, and the Philistines were settled in that area. К тому времени, когда это было записано уже эта история, то там уже жили филистимляне, и поэтому так автор описывает эту землю. Okay, now maybe if I have time later, I'll tell you about the connection between this and modern Israel.
Чуть позже я вам покажу как бы связь между вот этим фактом и современным Израилем. Now, chapter 22. 22 глава. What is called the Akedah? Akedah. Называется Акейда. The binding of Isaac. Или называется как бы связывание Ицхака. God tells Abraham, go take your son Isaac and offer him up as a sacrifice on a mountain that I'll show you. Потому что Бог говорит Аврааму, чтобы он взял своего сына Ицхака и принес его жертву на горе, которую он укажет. Look at verse 3. Третий стих. So Abraham rose early in the morning to do it. Авраам встал рано утром, чтобы сделать это. He was ready to obey God and quickly. Он был готов слушаться Бога и причем делать это быстро. Tells us a couple of things. Это говорит нам о нескольких вещах. One is that he was ready to obey. Одно это то, что он был готов слушаться. But without stopping to debate and, you know, try to get out of it. Но тем не менее он не переставал как бы спорить с Богом. So, Isaac, then, in verse 7, says, Father. Ицхак говорит Аврааму, отец мой. Here's the fire, here's the wood, but where's the animal? Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Verse 8. Восьмой. God will provide. Бог усмотрит. Verse 9, they came, they set everything up for the sacrifice. Девятый стих говорит о том, что они пришли и сделали все приготовления для совершения жертвы. And then God laid Isaac out. И Авраам положил Ицхака на жертвенник. And now he has the knife up ready to sacrifice. И он уже занес нож для того, чтобы принести его в жертву. And God speaks to him and says, Don't do this. Now I know that you'll do anything I ask. И, но Господь останавливает его и говорит, что теперь я вижу, что ты сделаешь действительно все, о чем я прошу тебя. And then in verse 16. И в 16 стихе. Through 18. До 18. He repeats strongly all the promises to Abraham. Он повторяет очень так отчетливо. Все обещания, которые давал Аврааму. And notice what it says in verse 19. It says, Abraham returned to the young men, and they returned to Beersheba. И в 19 стихе говорится, и возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. Doesn't say Isaac went back at the same time. Не говорится о том, что Ицхак вернулся в то же самое время с Авраамом. Very traumatic experience, I'm sure. Я уверен, что это был очень такой травматический опыт. Okay. Okay, then at the end of chapter 22, there's you know, a couple of verses there. Say Abraham heard some news. В 22-м стихе говорится о том, что Авраам услышал определенные новости, которые происходили вокруг. Your family back in Haran, they've had children. Ему сказали, что твоя семья вот там в Харане, у них есть тоже появились дети. Again, it's a literary device, a little insertion of some information here that later becomes important. И снова здесь нам дается такая порция информации, которая дальше будет раскрыта. So Sarah died when she was chapter 23. Sarah died. She was 127. 23 глава говорит нам о том, что Сара умерла, когда ей было 127. So Abraham negotiates with one of the people of the land to buy some a burial plot. И Авраам как бы ведет переговоры с одним из местных жителей той земли о том, чтобы купить место для погребения Сары. And the negotiation goes back and forth. Ну, и эти переговоры продолжаются. Who got the best deal? Was it a fair deal? Решают, как бы, хорошая ли эта сделка, честная. Some people say that Ephron got the best deal. Ephron, verse 8.
В восьмом стихе, ну, некоторые говорят, что Ефрон, он как бы, ну, был в выигрыше от этой сделки. Why? Because he knew that Abraham had to buy something, and so he was in the best bargaining position. Почему? Потому что как бы он знал, что Аврааму нужна земля, нужно купить землю, и поэтому он как бы был в выигрышном положении. But it's hard to actually tell. Но все равно тяжело говорить точно. Maybe the most important verse is verse 20. Возможно, более важный стих здесь — это 20. So the field and the cave were deeded to Abraham. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера. So it's important because it has come down to us that he bought this land. Очень важно, потому что это нам говорит о том, что он купил эту землю. Now this is one of the most fought over pieces of land in the world today. Сейчас это один из таких участков на всей земле, за который происходит наибольшая борьба и войны. Did you know that? Вы знаете это? Yeah. So it's right in the city of Hebron. Это как раз в Хевроне. The Arabs claim it. Ну, как бы арабы требуют эту землю. The first time I was in Israel in 1981. Первый раз я был в Израиле в 81-м году. Before any of the intifadas. Перед всеми этими антифадами. It was easy to go there. I was there. Ну, было легко туда поехать, в Хеврон тоже. Я был там. Jews can pray on one side, the Arabs prayed on the other side. Евреи молились на одной стороне, арабы на другой. Today, if you want to go there. Сейчас, если вы хотите туда поехать, вам нужно очень серьезное военное сопровождение. Okay. So chapter 24. 24 глава. Дальше. This is a great chapter. Это великая глава. Abraham sends his servant to find a wife for Isaac. Авраам просит своего слугу найти жену для Ицхака. And what the way this servant works. Is the perfect example of a servant spirit. То, как действует этот слуга, это такой идеальный пример вообще поведения служителя, слуги. Something that we all need to learn. И нам есть чему поучиться здесь. Now, so Abraham speaks, it says, to the oldest servant in his house. И так Авраам обращается к одному из самых старших слуг в своем доме. Says, put your hand under my thigh, and I want to make you swear by the God of heaven and earth. Он говорит ему, Авраам говорит ему, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и земли. Now this is Abraham's way of saying, I mean business. It's the most serious thing I can tell you to do. То есть, другими словами, Авраам говорит, что это одна из самых серьезных, если не самая серьезная вещь, о которой я тебя прошу. Says, don't let my son marry anybody in this land. Не дай моему сыну найти жену в этой земле. But take him back to my family and let him find a wife there. Но отведи его в землю моей семьи, и пусть он там себе найдет жену. So what does the servant say? И что отвечает слуга? Maybe she won't be willing to come back here. Should I take your son there? Раб сказал ему, пятый стих. Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю. Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Sometimes somebody asks us something that's hard to do. Иногда нас просят сделать что-то очень сложное. So what do we do? И что мы делаем? We have a number of options. У нас есть несколько вариантов. One. Say, okay, I'll do it, but we don't really care how. Один из вариантов такой: ну ладно, сделаю, но даже не представляю как. Or we could just try and get out of it. Иногда нам просто хочется избежать этого. Or we could make sure if we know it's important to our boss. Есть еще вариант, что если мы точно знаем, что это важно для нашего, например, начальника. We make sure that we understand exactly what he wants. Мы пытаемся понять, действительно ли мы поняли все,
что от нас требуется. So when he says, what about this option, that option? И поэтому, когда слуга спрашивает, а как насчет вот такого варианта развития или вот такого? Some people ask questions because they try and get out of the obligation. Иногда люди спрашивают, потому что они хотят избежать обязанности. But he's asking questions because he wants to make sure that he does the job exactly right. Но этот слуга спрашивает для того, чтобы убедиться в том, что он выполняет работу правильно и так, как нужно. So Abraham says God will send his angel to make sure it works. И Авраам говорит, что Бог пришлет своего ангела, чтобы это все сработало. And if the woman doesn't want to come, then you're released from your promise. И если женщина не захочет идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы моей. So the servant swore. Servant? He promised. Ah. He swore, means he took an oath. Итак, слуга поклялся. Then he took 10 camels full of stuff. И взял с собой 10 верблюдов полных имущества. And he went to the city of Nahor. И пошел в Нахор. Now he comes in the evening and he's got 10 camels of stuff. These camels are thirsty. И так у него целый караван верблюдов и полных имуществом, и они жаждут. So what does he say? Okay. He says, "Lord God of my master Abraham." И этот слуга начал молиться и говорит, «Господи Боже, господина моего Авраама». In other words, he's asking for Abraham's sake, not his own. Другими словами, то есть этот слуга просит не ради себя, а ради своего господина. I'm going to ask a woman for a little water for myself. И он говорит, что дай, ну вот эту, пришли женщину, которая даст мне воды. And if she says okay, and I'll give water to the camels, then I'll know she's the one. Если она мне не откажет и даст воду верблюдам, то она та, кто нужна. Now why is that important? А почему это так важно? Because this servant has a servant spirit. Это важно, потому что этот у этого слуги есть именно сердце и дух служителя. So he's asking that the woman has a spirit that cares about people. A servant spirit. Yeah, I just can't catch the idea. Okay, the servant is asking God to send someone that also has a servant spirit. То есть, другими словами, этот слуга просит Бога, чтобы он прислал человека тоже с сердцем служителя или слуги. To get enough water out of a well for 10 thirsty camels is a big, big deal. И понимаете, что достать воды для 10 верблюдов, которые жаждут, это очень серьезная вещь. So Rebecca comes out, she's very beautiful, the servant goes over to her. И появляется Ревекка, она очень красивая, и слуга подходит к ней. And it all works like the servant wanted it. И все происходит именно так, как просил слуга. And yet the servant sitting back, still he's not sure that this is the one. Но слуга еще хочет убедиться в том, что это именно та, кто Then должен he быть. Says, what's your family's name? Он спрашивает, а какое имя твоей, откуда ты родом? So he says, I'm the daughter of Betuel, and so forth. Which verse? 24. В 24 стихе она говорит, я дочь Вафуила, сына Милки. So then verse 26, it says, the man bowed down his head and worshipped the Lord. А в 26, то есть все как бы сошлось, и в 26 стихе написано, что и преклонился человек тот, и поклонился Господу, или прославил его. Blessed be the Lord God of my master Abraham. И сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истину своей. Then he goes into the house. Потом слуга идет в дом. And he takes care of his servants that came with him. И and the camels. Заботится о тех, с кем он пришел, кого он с собой взял, и животных, и тоже людях. Then he goes into the house and they say, eat. They give him food. И он приходит в дом и ест. Now, и они you think едят. He was hungry? Вы думаете, был ли он голоден?
I mean, this took, you know, probably a few weeks to get there. Думаю, что это несколько недель длилось это путешествие. So finally he's in a house, they want to feed him. И наконец-то он пришел в дом, где его готовы накормить. He's in the right place, it's all working out nicely. Он в правильном месте, все происходит именно так, как нужно. You would think that he would relax for a couple of minutes, right? Логически можно предположить, что он мог бы расслабиться на несколько минут. He doesn't. He's still focused on his job. Но он не делает этого, он все еще сосредоточен на своем задании. So he says, I can't eat until I tell you why I came. И он говорит, что я не могу сесть и есть до тех пор, пока я не скажу, для чего я сюда пришел. So he tells the whole story. Он рассказывает всю эту историю. And they say, the thing is from God. So take Rebecca. И они говорят, это от Господа, и поэтому, ну, бери Ребекку. Then when he's heard that, he can eat. И так, только после того, как он это услышал, он мог есть. So the next morning he wakes up. И следующее утро он просыпается. He's ready to go. Готовый идти обратно. He's had only one night's rest. У него была только одна ночь для отдыха. They said, no, stay, we can't let her go so quickly, relax, party with us. Они говорят ему, да слушай, куда ты так торопишься, отдохни, у тебя всего лишь одна ночь была, давай там погуляй с нами. No, I've got a job to do and I want to finish my job. А он говорит, что нет, у меня есть конкретное задание, и пока я его не закончу, я ничего не могу себе позволить больше. So they bring Rebecca and say, will you go now? And she says, yes. И они приводят Ребекку и спрашивают, пойдешь ли ты сейчас? И она говорит, да. So then, he goes back to Abraham. И слуга возвращается к Аврааму. Actually goes to Isaac in verse 66. Вообще-то в 66. And tells Isaac everything that happened. Он сначала приходит к Ицхаку и рассказывает ему обо всем происшедшем. In other words, he doesn't just say, here's the woman. Другими словами, слуга не говорит просто, вот, в общем, я ее привел, вот эта женщина. Но вместо этого он рассказывает всю историю о том, как Бог действовал. So that Isaac can know he has not only a beautiful wife, чтобы Ицхак знал, что у него не просто красивая жена теперь, but she's the one that God chose for him. Но это именно та жена, которую выбрал Господь. So Isaac takes Rebecca into his tent. И так Ицхак принимает Ревекку, она становится его женой. Now, do you see how a servant spirit works? Вы видите, как вообще действует этот дух служителя? There's nothing more important than doing the job of the master. Нет ничего важнее, чем делать работу или то задание исполнять, которое происходит от хозяина. Making sure that you know how to do it and that you do it properly. И заключается в том, чтобы знать точно, как это делать и делать это, исполнять это задание качественно. Now, does anyone know this servant's name? Кто-нибудь знает имя этого слуги? We have Maybe. Может быть. Может быть. Because Eliezer потому was что, a servant of Abraham. Потому что Элиезер это был слуга Авраама. But when was his name mentioned? Но когда было его имя упомянуто? How many years before this? Сколько лет перед этим? Но это было тогда, когда он сказал, что это самое, на кого я оставлю свое имущество. When Eliezer was mentioned, его имя упомянуто было тогда. It was at least 54 years before this. Его имя упоминалось как, минимум 54 года до этих событий. Because it was before, то есть после, it was да, before да, Abraham was 86. То есть его имя упоминалось еще до того, как Аврааму было 86. We don't know how long before, but before Abraham was 86. Не знаем, насколько раньше, но точно до того, как ему было 86. Then when was Isaac born? А когда родился Ицхак? When Abraham was 100.
Аврааму было 100. That's 14 years, right? Это уже 14 прошло. Okay. At least 14. Ну, как минимум 14. Then how old was Isaac when he married Rebecca? А когда, сколько было Ицхаку, когда он женился на Ревекке? He was 40. Ему было 40. So it's at least 54 years later. То есть, как минимум, уже 54 года прошло. Now, с момента. Maybe it was Eliezer, может быть, это был Элиэзер. But maybe Eliezer was dead a long time. А может быть, он уже умер давно. So we don't know. Мы не знаем. And that, to me, is really important. И этот факт очень важен, на самом деле. Because to have a servant spirit, потому что иметь вот этот дух слуги или сердце слуги means that I am going to work absolutely as hard as I can to do something. Означает, что я буду трудиться настолько самоотверженно, насколько могу, чтобы сделать то, что к чему я призван. And I don't care if anyone knows my name. И мне не важно, если знает кто-то мое имя или нет. Understand? Понимаете? There are a lot of people that will do stuff. Многие люди делают что-либо, но они хотят, чтобы мы знали, что это именно они сделали. Один из американских президентов сказал следующее. He said, it's amazing how much can be accomplished. Он сказал, что невероятно вообще, сколько может всего произойти, if you don't care who gets credit for it. Когда не важно вообще, кто получает за это награду. Аминь.